Казахстанцы с помощью ЭЦП могут запретить себе играть в азартные игры. Для ограничения себя от участия в азартных играх гражданину или резиденту Республики Казахстан достаточно скачать на свой телефон мобильное приложение «ЕГОВ Мобайл» и иметь электронную цифровую подпись. Министерство туризма и спорта совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и акционерным обществом «Национальные информационные технологии» завершили работу по автоматизации услуги по самостоятельному ограничению граждан и резидентов Республики Казахстан от участия в азартных играх и пари. Теперь граждане Казахстана, а также иностранцы, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, могут подать заявление о добровольном ограничении своего участия в азартных играх и пари на срок от 6 до 12 месяцев посредством мобильного приложения ЕГОВ Мобайл. Данная процедура предусмотрена статьей 15.1 закона РК об игорном бизнесе. Это автоматизация включения соответствующих лиц в список самоограниченных осуществлялась в бумажном формате в течение 8 рабочих дней. Отмечено, что новая услуга значительно сокращает срок обработки заявлений, упрощает процедуру самоограничения от участия в азартных играх, что позволит всем гражданам, прежде всего чрезмерно увлекающимся азартными играми, мгновенно заблокировать себе доступ ко всем легальным игорным заведениям и сайтам лицензированных букмекерских контор. Заявление подается онлайн посредством подписания заявки ЭЦП. После подачи заявления моментально регистрируется сервисом и лицо, подавшее заявление, вносится в список лиц, ограниченных от участия в азартных играх и пари, сроком от 6 месяцев до 1 года без права отзыва заявления. При этом до истечения срока ограничения участия в азартных играх и пари можно подать заявление о продлении ограничения. Ведомство уточняет, что заявление должно подаваться лицом, желающим ограничить свое участие в азартных играх и пари самостоятельно. С использованием персонального ЦП не допускается подачи заявлений третьими лицами. Ернур Бубиев, Диана Блязи, из новости.